Он тебе нравится? Я не знаю, насколько долго вот он, если я сама не прекращу, сколько он будет ливать. Пока не уснет. Давай, Ваня. Ну все, свободен. Ну, папа Дашу жалеет. А, все. Что? Все. Это что такое? Не надо Дашу жалеть, что ли? Нет. Как нет, Даша? Маленькая у нас. Нет, большая. Да небольшая, она маленькая. Большая. Как у Кати там с озерами дела обстоят? Баба. У нас дома суп есть. Мама, баба. Пошли есть. Баба. Я тебя даже покормлю. Пошли. Суп есть, а мама. И у нас есть суп. Мама, баба. У бабы вкуснее? Да. Нам подарок перед отъездом. Очень хорошо, что успела отелиться перед тем, как мы уедем. Потому что Саша ее не мог загнать. Замерзла бы телочка, сейчас морозы у нас стоят. Это прям покрепче, чем черный теленок. Кричала тут, спать никому не давала. Сейчас понесет уже Саша ее. Все, подъезжаем к Целинному. Не знаю, успеем мы сдать анализы или нет. Уже много времени. Успели мы сдать анализы. Мне сделали КГГ. Посмотрели по УЗИ положение малышки, все хорошо. Последние анализы мне скинут на WhatsApp, можно будет распечатать, просто вклеить. Дали направление. Вообще уже можно прямо сейчас ехать ложиться, но я не буду. Будем ждать. Сейчас еще заедем в подписку, несколько мест и все. Так, заехала в Модерн, потом это не хочется совсем. Я после роддома по магазинам бегать, скоро у меня пенка закончится. Это в профессиональном магазине я всегда беру. Пенка Лонда. Другую еще в прошлый раз брала на пробу. Она была по акции, но сейчас она прям совсем дорогая. Это рублей 700, 700 что ли, 600-700. А та аж 1800, поэтому взяла эту. А еще забежала в Фикс Прайс. Я взяла с собой раскраску, мандалы они называются. И у девчонок не стала ручки забирать. Взяла два набора ручек разных. Если будет время, то еще успею порисовать. Еще упаковочную бумагу я подготовила детям подарочки. Из роддома будем выписываться, чтобы было внимание не только на малышку, а детям тоже было приятно. В общем, там презентики детям подготовила. Подарим сразу в день выписки. А, не сказала про свой вес. Я еще никогда так много не весила. У меня весы дома, батарейка сломалась. Ну, уже все, надо новую покупать. Я не взвешивалась уже давно. В общем, 78 килограмм. С Катей 75, по-моему, я шла на роды. Но я всегда прибавляю много. 15-20 килограмм я прибавляла. Вот и в этот раз где-то 18-20, где-то так вот я прибавила. Саша, как ты меня называешь? Тетушка-бегемотиха. Добрый муж. Ну, в принципе, пока после родов, вот в ближайшее время, килограмм 7 уходит. Когда кормлю тоже уходит. Но если сравнивать первые роды и третьи, первые роды у меня ушло в течение года вообще без каких-либо усердий. Еще меньше весила, чем до родов. Прям вообще очень худенькая была. А с Ваней, получается, я кормила. Как бы само по себе вес ушел до 65 килограмм. Тоже пока кормишь, сильно на диету не сядешь прям совсем. И очень усердные тренировки могут повлиять на лактацию. Поэтому тут уже смотришь, что важнее, ребенка своим молоком выкормить или там сразу за своей фигурой смотреть. Но потом, когда бросила кормить, весила я 65 килограмм и убрала из рациона муку, сахар, делала, как же она называется?
питания. В общем, по сути, я ела два раза в день плотно и там пила кофе, буквально там с парафиниками. Ну и, естественно, жидкость пила. И занималась на тренажерах, занималась дома, пресс качала. В общем, 7 килограмм у меня ушло. Еще перед беременностью я прям так активненько позанималась. И где-то за месяц-полтора 7 килограмм ушло. И как раз мой нормальный вес был 58. Так что, ну, в этот раз тоже придется потом потрудиться. Ничего страшного, это вообще не самое главное. Сейчас проще к этому отношусь. Главное, чтобы с ребенком, со здоровьем, с моим, с ребенком все было в порядке после родов. Саша пошел в ДПД. На Казахстан мы посылку все никак отправить не можем. В прошлый раз были здесь далеко, пункт приема. А в городе там только по России, которые посылки вот принимают. Поэтому с того сезона это последняя посылка у нас по меду. Сам мед закончился, но кое-какие посылки мы все равно отправляем. Там у нас и мази, и свечи, и пыльца еще есть. Ну, в общем, вот такая мелочевка, еще много всего есть. И пихтовое масло. Люди так небольшими посылочками заказывают, мы отправляем почтой. Вот вчера тоже Саша запаковал две посылки почтовые небольшие, я утром сегодня не успела оформить. Я, получается, оформляю онлайн и потом распечатываю. Мы уже готовые посылки, уже взвешенные, оплаченные, на почту уже сдаем. Ну, в принципе, я ноутбук взяла, я, получается, сегодня оформлю эти посылки, Саше отправлю. Уже готовые бланки, и все, он распечатает. По ребятишкам что решили? Все-таки решили чаще оставлять у бабушки его. Если уж сильно будет проситься, то Саша будет его брать домой. Но дело в том, что дети, когда в школе, девочки, и Саше сейчас приходится часто выбегать и смотреть за коровами, потому что начались отелы. И оставлять его одного дома опасно, потому что сейчас такой возраст, может, или порошок какой-нибудь достать. Ну, в общем, нельзя его оставлять, за 10 минут ребенок много чего может наделать. А каждый раз одевать, у нас мороз сейчас по 30 градусов, и раздевать, ну, тоже над ребенком издеваться. Поэтому сейчас побудет у бабушки он. У Даши, она сегодня пошла в школу, получается, заболела учительница уже конец этой недели. Они не учатся, тоже у бабушки побудет. Ну, а Катя у нас уже большая, самостоятельная, в школу сама ходит, уроки Саша проверит. Так что Катя, наверное, дома будет, может быть, даже и хорошо отдохнет от мелких. Так, забежала еще в аптеку, потому что потом после роддома совершенно нет желания куда-то заезжать. А у нас аптека далеко, должно быть, на всякий случай, самые необходимые вещи. Это температура свечки, капли тоже в нос на всякий случай. Вот такая морская вода в таком виде. Я, кстати, один взяла в роддом. Носик смачивать, прочищать. И глицерол к свечке, но это уже на потом, если вдруг пригодятся. Все уже домой увезем. Ну и йод у нас заканчивается. Еще забежала в магазин, пончики детям. Вообще, девчонок хочу научить. Я сама не умею посмотреть рецепты, научиться делать пончики. Они очень любят ореховую смесь детям и себе тоже покушать. Чай в роддом, молоко, потому что тетя с дядей молоко не пьют, а я кофе с молоком пью и молоко с мюсли. Так, упаковала подарочки уже от малышки. Такие будут презентики. С Ваней, когда выписывалась, тоже девочкам готовила подарки. Первотелка отелилась. И плохо теленка принимает. Вот на день выгоняю. Сено покушать, попоить. На ночь в сарай. А две, которые двойняшки были, они отелились нормально. Все, ну они уже 3 года им будет скоро. Уже это мамки. Одна-то уже второй раз телится в черное.
рыжая получается второй отёл, черная первый. Прошлый год у нее какой-то аборт был непонятный, там ни зародыша, ничего не было, просто плацента вышла и все. А вот черный бычок, рыженькая телочка. И, соответственно, манки. У черного черная, у рыженькой рыжая. Телеша. Телеша, телеша. Это прям крупная она. Хорошая телочка. Телеша, телеша. Здесь, конечно, прохладно, но не так холодно, как на улице. Это минус 5 здесь. На улице, наверное, минус 15-20. Завтра последний день морозный. Еще две ночи переночуют здесь. И на улицу пойдут жить. А это вот от первой телочки телочка. Маленько носик подморозило. Чё, сейчас скоро мамку загоню, пососёшь. Она так вроде бы стоит, но всё равно со мной лучше. Хорошо, натягивай ниточку. А мне хорошо не надо натягивать. Стаканчики убери, Даша, от себя. Ты маме откроешь? Стой, я хочу сказать кое-что. Мама, здесь, да? Да, да, да. Мама, спасибо за пончики. Мама, Эба, Ки. Пон. Пон. Чи. Чи. Ой, умничка какой-то. Баба. Да. А у Лиды собачку маленькую зовут. 2 месяца, ей 2 года, Калька. Да? Она милая. Конечно, собачки маленькие, все милые. Вкусно? Да. Ну-ка, какое молочко вкусное у бабушки. Тетя Киленочек маленький. Киленок. Картошечку бери. Мама. Ой, ты хитрулька. А сам? Не могу. Дед? Ну, правильно, деду удобно. Запивай. Сейчас скажи, прожую. Ну, нету щуки. Сошла весной вся. Все равно бы поймалась. И флажок слетел, да? Рыба! Ну, норка бы съела.
Щука, да? Щука, потому что вон покусано маленько. Ага. Ой, сейчас кульматать. Вот так. Ой, рыба там. Рыба там. Тут. Что, еще одна, да, стоит? Надо было сразу на катушку мотать. Двойную работу делаешь. Все запутал. Ну, складывай дома, распутаешь.